Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как изготовить кулер для видеокарты. Для начала нам понадобится старая ненужная сетевая карта. Вот у меня была такая, она не рабочая. Главное, чтобы были вот такие вот дырочки. Потом я расскажу, для чего они нужны. Откручиваем вот эту вот часть от платы. В моем случае я уже открутил. И вот мы имеем вот такую вот планочку. Тут еще должен быть зубчик. Не знаю, видно или нет. Я его отломал пассатижами, так как он мешал. Вот. Потом нам нужны два кулера. И несколько стяжек. Пластиковых, самых обычных стяжек. Небольших. Кулера у меня вот такие. Не хочет ловить фокус. Вот. Вот такие кулера 80-ки. Но лучше, конечно же, брать 92-ки. Как по мне. Итак, для начала нам нужно скрепить эти два кулера вместе. Сейчас я это сделаю. Ну вот, стянул два кулера. Выглядит это вот так. Обратите внимание, что провод из первого кулера я просунул между стяжкой. Как по мне, так лучше. Ну, примерно вот так. Потом это можно будет обрезать немного. Немного, чтобы выступало, но лишнее отрежем. Вот такая вот картина. Так, потом. Потом нам нужна вот эта планка. И у нас получится что-то типа вот такого. Вот здесь было ушко, я его сломал. Вот как тут, ну тут не вижу смысла его отламывать, пускай будет. А здесь пришлось сломать. Вот. Затянул я вторую стяжку. Получилось как-то вот так. Вот, видно. Итак, у нас получился вот такой вот кулер. Почти готов. Потом отрежем все лишнее. Так, для... Дальше. Что нужно дальше? Дальше я возьму... Для примера еще один кулер. Вот. В этого кулера у нас есть вот такой вот разъемчик. Его, вот эту пластмасску, нужно снять белую. Делается оно очень просто. Там есть такие как бы зубчики. Фокус, приди. Не хочет приходить фокус. Сейчас я вставлю фото. Вот, мы те зубчики отгинаем. И потом провод спокойно должен вылезти. Получится у нас вот так. В случае, если у нас вот такой вот коннектор. Стриппин, думайте что-то сами.
Вот, получится у нас вот такие, вот такой вот. Далее нам нужно это все дело подключить и прикрутить под видеокартой. Сейчас покажу, как будет. Должен сказать, я сначала затупил, когда собрал не той стороной. Нужно будет опять пересобрать, только это будет низ, так как мы так вставляем в компьютер.